Всем привет! После того, как вы ознакомились с программой Rufus, я хотел показать вам, как при помощи этой программы записать операционную систему Windows 7 на флешку. Кстати, программа позволяет записывать операционные системы не только Windows 7, а целый ряд от Windows XP до Windows 10, включая семерку, 8, 8.1 и десятку. Целый ряд семейства. Это очень хорошая программа, русскоязычная, хотя предполагает выбор любого языка, который вам приемлем. Легка в использовании, но предназначена именно для записи операционных систем на флешку. Сейчас я вам покажу, как это будет делаться. Но немножко предварительная информация. Открываем компьютер. И вот эта флешка, она у меня уже вставлена. Объем ее 16 гигабайт. И она немножко с информацией. Сейчас откроем. Вот, как видите, здесь активатор у меня есть для Windows. Есть слайд-шоу, проект номер один. На эту флешку мы будем устанавливать операционную систему Windows 7. Запускаем флешку. Как видите, сразу здесь по умолчанию. Вот здесь, кстати, выбираются языки. Выбран русский. Все, другой мне не нужен. Это немножко устаревшая версия 1.4. Сейчас, по-моему, уже там идет не с единицы, а с двойки. По-моему, 2.12. Но я работаю на этой. И все нормально. Значит, чтобы работает на этой флешке. Вернее, мы будем записывать образ. Всю информацию нужно скачать, допустим, на диск C. Что я и сделал. Вот у меня здесь папочка, вот вы видите. Флешка 16 гигабайт. Открываем. Поскольку эта информация мне нужна, я ее сюда и перенес. Вот этот активатор. Так что это нужно сделать предварительно, потому что записывая образ Windows на флешку, вся информация с этой флешки удалится. Если она вам нужна, скопируйте. Если нет, оставляйте. Rufus все сотрет, потому что при записи он производит еще и форматирование в автоматическом режиме, независимо от нашего желания. Так же, как программа Ultra ISO. Нет смысла, я хочу сказать, форматировать предварительно перед записью. Все это сделается в процессе записи. Итак, в автомате выбрана наша флешка. Здесь все оставляем. У меня компьютер с биосом, файловая система NTFS, здесь все без изменений и все. Так, форматировать не будем, это все сделается, как я говорил, в процессе записи образа. Вот здесь вот выбираем, ставим не DD образ, а образ ISO образ. И вот здесь вот выбираем, кликаем по этой вкладочке и заходим в диск D операционки. Еще раз активированные, зарегистрированные. Вот здесь. И выбираем вот эту вот нашу операционную систему Windows 6, 7 вернее,
8664, версия профессионально на русском языке. Открыть. Все, у нас все вот остановилось. Эта версия примечательна тем, что она активирована и зарегистрирована. Очень хорошая. Нажимаем старт. Вот подтверждение того, что идет принудительная очистка нашей флешки. Жмем ОК. Пошло форматирование и одновременно запись на флешку нашей Windows 7. Процесс установки операционной системы на флешку закончился. Кликаем закрыть. Теперь заходим в компьютер. Вот наша флешечка 16-гигабайтная. Как видим, тут еще осталось более 10 гигабайт свободного места. Открываем и смотрим. Вот в корне этой флешки разместилась наша операционная система. Поскольку как бы еще предполагается достаточно много свободного места, можно сделать такую операцию. Заходим на диск D и ищем нашу флешку 16 гигабайт. Вот. Берем эту флешечку, копируем. Заходим в компьютер, переносим сюда. Ставить. Идет копирование на флешку. Копирование закончилось. Еще раз открываем флешку. Вот она, наша флешка 16 гигабайт. Именно должна быть у вас папка эксешная. Открою, вот смотрите, все тут остается. Файлы в корень добавлять нельзя. При установке операционной системы вот эта вся информация, которая находится в корне нашей флешки, она будет использована. Вот эта папка, флешка 16 гигабайт, она не помешает установке. Сюда можно еще добавлять сколько угодно, допустим, программ, но с тем расчетом, чтобы, допустим, не превышало содержимое оставшегося свободного места. Просто берете, копируете ее, флешка 16 гигабайт, или как вы по-другому можете назвать это, папку с файлами, и копировать туда нужные программы, которые, допустим, вы можете установить на компьютер или ноутбук после установки операционной системы. На этом свое видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. До свидания.